Каспийске состоялось заседание призывной комиссии города, на котором обсуждалось принятие решительных мер по выполнению комплекса мероприятий граждан на военную службу, медицинское освидетельствование и получение всех необходимых медицинских справок, порядок оповещения и прохождения призывных комиссий выпускниками образовательных учреждений профессионального образования городского округа. Они написали рапорта на основании рапортов, согласно с нашего совместного приказа Министерства внутренних дел и военкомата республики, значит, были, значит, оформлены обращения в ГУВД, вот, и согласно этих обращений наши ГУВД тоже работают, вот, оповещают их, кого могут, приводят, вот, тут уже работа сложная. В заседании приняли участие представители администрации Каспийска под председательством Бориса Гонцова, председатель Совета воинов Афганистана Магомед Ариб Якубов и многие другие. Призывная комиссия будет работать до 15 июля и рассмотрит дела всех молодых людей Каспийска, достигших призывного возраста. По итогам работы комиссии будет принято решение о призыве, отсрочке или освобождении от армии для каждого призывника. Отметим, что в текущем году на военную службу из Каспийска планируется призвать около 120 человек. Все они пройдут обязательно медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. Призывная комиссия будет работать в военкомате Каспийска по адресу улица Сулеймана Стальского, дом 3А.